Многие люди называют эту игру плагиатом Арка. Я же в этой игре вижу лишь готовые наработки от все тех же разработчиков, которые решили себя попробовать в новой, более безумной, более неповторимой и более разнообразной игре Dark and Light. По моему мнению, это смесь выживания и MMORPG, где ты можешь томить диких животных, а не только убивать и фармить на них. Оправдает ли мои надежды и сомнения эта игра, или же это очередной клон, как и все другие песочницы? Именно это я хочу узнать, поэтому я надеюсь, что и вы будете со мной выживать через мои ролики.